С тех пор, как закрыли кинотеатр «Юность», жители Верхнеуральска живут в ожидании строительства нового учреждения для досуга. Верхнеуральцы считают, что в городе обязательно должен быть кинотеатр. Особенно мечтает об этом молодежь. Тем более, что разговоры по поводу этого на уровне власти возникали не раз. В нашем городе мало мест для развлечения молодежи. Мало мест, где можно отдохнуть с семьей, сходить с друзьями. Я думаю, что нашему городу нужен кинотеатр, потому что молодежи некуда сходить. Ну, я считаю, что кинотеатр нужен, так как в Магнитку есть все-таки достаточно далеко и дорого. Мне кажется, нужен, потому что тоже должен посещать кино. Не обязательно возле телевизора сидеть и компьютеров. Должны в кино ходить, смотреть кинотеатр. У нас слишком мало развлекательных центров в городе. Ну, многие, как сказать, ездят, тратят бензин, такой город. Вы будете неплохо. Те же самые фильмы, почему здесь не сходить, не посмотреть. Если тем более будет что-то там для детей развлекательное, что-то прекрасное же. Поначалу все уповали на арендатора здания бывшего культурного учреждения, который планировал открыть современный кинотеатр на втором этаже. Но потом выяснилось, что предпринимателю этот бизнес не по карману. Тогда городская администрация и отдел культуры начали прорабатывать другие варианты. Оказалось, что на сегодняшний день есть реальная возможность получить государственную поддержку на реконструкцию кинотеатра на основании приказа правительства Российской Федерации, который вышел в июле этого года. Программа распространяется на малые населенные пункты, численность которых не превышает 500 тысяч. Человек. Для учреждений культуры Челябинской области предоставлена возможность участия в данной программе. В настоящее время готовится пакет документов для двух учреждений культуры Межозерного и Верхнеуральского городского поселений. 7 августа состоялось совещание при отделе культуры. Главы поселений и руководители учреждений культуры ознакомлены с условиями и с необходимым перечнем для того, чтобы попасть в эту программу. Получается, что претендовать на финансовую помощь со стороны государства может не только районный центр, но и другие населенные пункты Верхнеуральского района. Итоги конкурса на получение гранта для создания условий на показ фильмов администрация района получит в октябре.